Москву! Ну ладно, ладно, не так уж прям все весело. Конечно, здесь осень. Угу. А загар мы сразу с первого дня спрятали. Отдохнули мы супер, мне все очень понравилось. Я в восторге от Эмиратов. Обязательно туда еще раз вернусь. Еще раз повторюсь, что в Инстаграме писала: я не поняла еще этот город, не поняла Дубай. Нужно вернуться туда еще обязательно. Мы не смогли дождаться нашего папы, у него много работы было. Поэтому нам пришлось вернуться побыстрее. Мы там пробыли 3 недели, чуть больше, 20 дней. И сейчас вы понимаете, какой объем видео у меня есть. Вы представляете, сколько я там наснимала? И у меня к вам вопрос: как вы хотите, 4 видео по 10 минут, либо 3 видео по 15 минут? Как вам кажется? Мне это важно, напишите, потому что я сажусь монтировать, и у меня просто голова кругом, а вы знаете, что я не очень люблю влоги на 20 минут, 10-12 мой максимум, но мне очень нужно ваше мнение, я вас послушаю, потому что вы очень просили давно у меня влоги. Ну и все-таки не забудьте, пожалуйста, ответить, по сколько минут и сколько видео. Все, начинаем наш влог. Начнем мы наш влог, пожалуй, вот с такой картинки. Вот так. Ну что, всем такое доброе солнечное уже утро. Прошло, наверное, дня 2. Сегодня не первый, как я приехала, я ничего не снимала. Делала себе отпуск. Вот, мы сейчас проснулись и идем позавтракали, идем на пляж. Пальмы. И вот здесь море. Только мы, наверное, могли прилететь и в первый же день потерять круг ребенка. Но нам вот сейчас позвонили, что его нашли. А я вчера уже новый купила. Понимаете, мы без воды никуда. Поэтому у нас тут море, тут бассейн, тут Герман сидит с двумя супчиками, виноградом. Все одновременно, да, малыш? Давай поищем. И вот мой дельфин. Сам пытается уже в круг залезть. Всех от рук, если помогаешь залезть, он пинается. Просится плыть только на глубину. Как вам? Холодно? В 35 холодновато, да? Сорокет бы. Мы проснулись. Потянулись. И решили, что сегодня мы поедем в ближайший торговый центр. Просто, на самом деле, отдохнуть от солнышка. Не за чем-то конкретным. Просто вот прогуляться. Первую половину дня вот провести где-нибудь не на пляже. Да? Вот это город просто, да, Гер? Город всяких штук. И никого да, нет. Да, вот это огромное. Я даже не знаю, как описать. До потолка. Очень большая лазилка. И опять-таки, вот повторюсь, никого нет. Никого. Дети, вы где? Ну, вот представь, что здесь комната для шариков. И туда еще куда-то. Какие крутые чемоданы. Классный? Чуть ли на розовый это все тянет. Там рот открывает. Все, мне кажется, неудобно. Мне тут катастрофа. Представляете, во всем этом огромном торговом центре мы не нашли ни одну детскую кепку. Одна была в Мазаке с клубничкой. И все. Ни одной. То есть у меня... Всю поездку пытаюсь купить Герману кепку в отеле, где угодно. Нету. В Москве даже нет. В Москве, ладно, в Москве уже зима. Герчик, а здесь ты чё? Нет, нету кепок.
Настя? Пойдем, будешь смотреть? Все снимаешь? На самом деле прошло уже дней 5. И надо начать снимать. Я не знаю, что. Поэтому будут нарезки. А нас на самом деле переселили в новый номер. Побольше. У нас такой огромный балкон. То есть тут вообще их 4 состоит. Ого, у меня платье открывается. Как вы поняли, мы пришли сюда же. А вообще у нас номер не севью. Но здесь остров омывается с двух сторон водой, поэтому севью. Вот это море там. Севью. Ну ты червяк. Полочка с вещами. Положи там головку и спи. Закрывай. Уже переоделись, намылись, взяли планшет. Мы очень любим планшет и играть в пазл, собирать пазл. А повернись, покажись, какой смешной. Да? Эй, куда ты залез? Ты сам залез? Ну, явно чуть-чуть полезнее все-таки, чем смотреть мультики. Вот сюда. Молодец. Их просто тьма приложений разных. Можно любое выбрать. И Герман уже практически ас. Видели, что когда мы встречаемся с Марусей, очень часто с нами девушка еще одна есть по имени Эмилия. Вот, она живет в Дубае, так что они приезжают сейчас с мужем к нам с ночевкой, составят нам компанию, так что пойдем их встречать. Да. Да не гагает, это же не уточка. И у нас сегодня веселее, чем обычно, да? Ты Алёнушка? Посмотри на меня. Алёнушка с огурцом. Да, мы... Не знаю, кто кому хочет, сейчас приехал. Все-таки, наверное, вы ко мне. Вы тоже здесь своя. Пол дороги. Все кусты знают. Да, все кусты знают, что вы это, да. А он сидит, ничего не понимает. Да? Скажи что-нибудь, сядь сам ты. Красивый блог. Красивый блог. Интересный. 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 Very interesting. Достопримечательность. Молодец! You said it from the first time. Я молодец. Достопримечательность? Норм-норм, это такое слово тяжелое. Если бы не ребята, я даже не узнала бы, что у нас есть какие-то закусочные ночные. Бургер. Бургерная. Сколько сейчас время? Я говорю, если бы не вы, я даже не узнала бы. Из 15-12. Да. Да, так что... Ночной жор. Жор. Пропал жор. Да, так что... 12 бургерная. Макаронная и бургерная. Блин, я такая загорела на камере. Офигеть, просто чернушка. Горячо. Так, я не знаю, какой сегодня уже день, какой-то, точнее, вечер дня, вот так скажу. Мы сейчас идем в соседний отель прогуляться по очень классной набережной. Сейчас я вам покажу вдоль отеля. Здесь в 10 минутах есть детская площадка, не принадлежащая ни к одному отелю, просто вот детская площадка на улице. И вот мимо нее пойдем, и напротив нее другой отель. Там, как оказалось, в этом отеле живет моя подписчица из Инстаграма. Вот, мы уже с ними один раз встречались, а сейчас они просто нас позвали в гости погулять
по территории отеля, и мы вот согласились. Извиняюсь, кто не любит мои эти очки, но они очень удобные, извините, ребят. Вот, так что мы сейчас к ним пойдем. А, вот вышли, так как темнеет здесь очень рано, типа в 6, 5:30, в 6 уже даже в море не пускают купаться охрана, то мы вышли вот сейчас 4:30, чтобы дойти и хоть что-то увидеть в свете. Так что пойдем с нами. Никого нету. Пустая набережная. Вот какая огромная, смотрите, площадка. Какой Герка маленький бегает. Здесь вот солнышко заходит, а тут Герка бегает. И она туда еще вон до того здания аж идет. Прорезиненный пол. Все хорошо здесь. И куча-куча новых каких-то, ну, таких я в Москве, честно, не встречала площадок. Всякие штуки-дрюки. А идем мы вот сюда. Вот мы пришли, это у них Double Tree Hilton отель называется. Вот. Наш отель, кстати, вот. И вот у них тут набережная. А там вот совсем вдалеке огромный-огромный детский аквапарк. Сейчас попробую придвинуть. Ай, попробую приблизить и свет придать. Видно? Не видно. Ну, в общем, вот такая набережная, отель. Раз пришли в гости, значит, надо плавать. В гостях тоже. Там-то кладовка такая. Ну, скажи спасибо и обними. Спасибо. Ну, чтобы все выплыли после объятий. Ну, скажи, батут в земле, да? Здесь прям вот эти малыши. У нас нету площадки. У нас детский бассейн. Зашли к друзьям, покупались, поползали, полазили. А ужинать пойдешь? Кто тут баба? Кто тут хочет баба? Я. Ты хочешь баба? Да. Аккуратно. Давай, поехали, друг, спускаемся. Бам! Бам, на попе. Through the highways, till my shadow turns to sun rays, and I.